В Серпухове байкеры официально закрыли мотосезон. Колонны проехали по улицам города. На последнюю в этом году большую встречу приехали все участники клуба «Ночные волки». Несмотря на грозное название, все участники клуба «Ночные волки» – это люди миролюбивые и позитивные. Среди поклонников мотоциклов и байкеры со стажем, и совсем юные мотоциклисты. Вместе с папой приехала сюда заканчивать сезон. Я хочу, чтобы когда я выросла, у меня был свой мотоцикл. На сегодня происходит закрытие мотосезона, встреча друзей, встреча единомышленников, встреча тех, кого только привели в компанию к нам. Поэтому здесь встречается такая семья для того, чтобы закрыть мотосезон. Байкеры провели последнее в этом году собрание под Соборной горой, вновь ставшее отправной точкой для закрытия мотосезона. У нас традиционно в городе есть вот эта поляна. Здесь очень удобно. Центр города, много соборов, красивое место. Ну, здесь собираемся. Собрать в одном месте все братство – главная задача для клуба. Это не только возможность укрепить связи между байкерами, но и создать атмосферу единства и взаимопомощи. Все участники чувствовали себя частью большого и дружного сообщества. Тут вопрос не в том, что в каких-то нашивках или нет. Вопрос в том, что здесь собираются мотоциклисты всех рангов, всех классов мотоциклов. Можно пообщаться, что-то новое узнать, новых знакомых. Так что это просто дружеская встреча. Слава Богу, что меняется в лучшую сторону в плане того, что нас поддерживает ГИБДД. Вот. Это приятно, когда идет более культура на дорогах, вот, безопасность, ну, в первую очередь. Потому что, не дай бог, какая ситуация может привести, все-таки колонна идет. И поддержка ГИБДД очень приятна, что нас город поддержит в этом вопросе. В полдень колонна «Ночных волков» начала свой маршрут. Сигналы мотоциклетных гудков прозвучали как сигнал старту, и байки вместе устремились в полет по улицам Серпухова. Лидируя колонну, опытные байкеры обеспечили безопасность и порядок на протяжении всего заезда. Мероприятие подчеркнуло важность мотоцикла не только как средство передвижения, но и как символ свободы и важности байкерского сообщества. Всего через пару недель все любители двухколесного транспорта оставят своих железных коней уже до весны.